сегодня пролетел практически незаметно. Получилось прийти домой немного раньше. Ну, все равно вечер, все равно готовить ужин. И сегодняшний ужин будет особенный. Будем готовить что-нибудь вкусное. Например, курицу с овощами. Но мяса вообще-то не хочется, поэтому будем готовить жидкую курицу с овощами. Лохматый, не шипи. Пойдем есть. Я тебе уже насыпал. Пойдем кушать. Пойдем. Вылази из своего гнезда. Пойдем, вкусняшку дам. Пойдем. Вот он мой кормилец на сегодняшний день. Замечательный Викторинокс и кусочек балыка. Для начала будем извлекать нашу яичницу, которая у нас получилась замечательно, потому что желток схватился, но не сгорел. Ну и соответственно будем выкладывать овощи сюда же. Возьмем кусочек черного хлеба и будем пробовать овощи. У нас здесь очень маленькая, кругленькая морковочка. Молодая, мягенькая и сочная. Также есть еще вот такая вот молодая кукуруза. Зеленый горошек, стручковая фасоль. Вечером это самое классное, на сливочном маслице поджаренное. Всем пока. Подписываемся на канал. Ждем новых рецептов.